готовлю великолепный летний пирог «Зеленое кружево». Приступаем. Итак, готовлю тесто. В чашу блендера я просеяла муку, добавляю соль, сахар и сливочное масло. Сливочное масло беру прямо из холодильника. Можно даже использовать замороженное. И делаю крошку. Пару секунд, и крошка готова. Теперь добавляю сюда яйцо и несколько столовых ложек ледяной воды. Воду добавляйте по чуть-чуть. Уже видно, что всего достаточно. Тесто можно довымешивать руками. Долго месить я не буду. Просто быстренько соберу все в шар. И тесто готово. Дно разъемной формы я выстелила пергаментной бумагой и распределяю тесто таким образом, чтобы получился еще и бортик. И пока я буду готовить начинку, тесто в форме я отправляю в холодильник. Для начинки натираю на крупной терке брынзу. И любой твердый сыр. Мелко нарезаю зелень. У меня укроп, но подойдет любая зелень, которая у вас есть. Сюда же добавляю сметану. У меня домашняя и очень жирная. И прованские травы. Все хорошенько смешиваем. Попробуйте начинку на вкус и при необходимости добавьте соль и перец. Я добавлю только перец. Выкладываю начинку на тесто. Начинка, как вы видите, достаточно густая. Равномерно ее распределяю. И теперь молодые кабачки при помощи овощечистки нарезаю на такие вот тонкие полоски. И теперь укладываю эти полоски в виде кружева в произвольном порядке. И теперь пирог отправляю в духовку, разогретую до 200 градусов. Пирог готов. Сбрызгиваю его небольшим количеством оливкового масла и даю остыть. Этот пирог покорит вас своей красотой и несложностью исполнения. Из самых обычных продуктов получается вкусное и нарядное блюдо, которое украсит летний праздничный стол. Попробуйте приготовить и вы, и приятного всем аппетита!